Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. 64 миллиарда рублей объем инвестиций по соглашениям Кировской области на Петербургском международном экономическом форуме. Это больше, чем в прошлом году на 6 миллиардов. Губернатор Александр Соколов отметил, что работу на форуме можно назвать успешной. Так, например, с компанией «Газпром» регион закрепил намерение газифицировать северные районы области. С компанией «Инфротехконцессии» подписано соглашение о поддержке проекта по строительству кампуса мирового уровня. Компания «Т-Плюс» подтвердила намерение инвестировать в модернизацию сетей теплоснабжения Кировской городской агломерации порядка 40 миллиардов рублей. Еще одно соглашение направлено на создание дополнительных мощностей по производству бройлеров. Проект реализуют в партнерстве Россельхозбанк и агрохолдинг «Дороничи». Инвестиции 14 миллиардов рублей. Из Кировской области наладили экспорт спичечной соломки в Перу. На территории региона проконтролировали первую партию спичечной соломки, которая будет экспортирована в Республику Перу. Вес партии 72 тонны. Вся продукция прошла лабораторный контроль. Партия соответствовала фитосанитарным требованиям страны-импортера. В аналогичном периоде прошлого года вывоза спичечной соломки из Кировской области в Перу не было, сообщили в управлении Россельхознадзора. В эфире «Экономика». Стоимость посуточной аренды дома в Кировской области приближается к 8 тысячам рублей. Самые дорогие дома предлагаются в посуточную аренду в регионах Дальнего Востока с высокой стоимостью жизни. На Камчатке 21 тысяча рублей в сутки, в Хабаровском крае 19 тысяч, на Сахалине 17 тысяч рублей. В Москве стоимость 19 тысяч рублей в сутки. Для сравнения, в других регионах, где распространен формат посуточной аренды загородных домов, цены значительно ниже. В Ленинградской и Калининградской областях, например, 11 тысяч рублей в сутки, а в Крыму даже ниже, чем в среднем по стране – 7 тысяч рублей. В Кировской области стоимость посуточной аренды дома – 7 900 рублей. За год цена упала на 0,2%, а за последний месяц – на 4%. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика».